ликоть прижать, ликоть прижать. О, хорошо. Это наушники, это грамм просто. 2 килограмма это на голове. Ну конечно. Я не знаю, как это было. Я стираю. И там 6 точка и другая. Типа. Не-не-не, это же 6 точка. Тільки що попало. А ну давай. Я вообще ничего не достреляю. Да, да, да. Інтерв'ю поліції. Так, у нас там свина-собака виглядає. Со штиком. Можно? Да. Не говори когда. Поехал. Сейчас я еще подбить. Ага, стоп. Утыканечко. Утыканье, утыканье. А, утыканье. А это второй был, да? Получается, вот зашло. Да, это выходное. Вот оно зашло в клюв. О. Куда? Вот это выход. Нихуя не видно, блядь. А сзади, когда первый высадил, да? А куда же оно в рот зашло? Скорее всего, да. Я говорю, надо было ее поставить. Снизу не видно, куда. Это похоже на выход. А который, подожди, а который первый выход? Это таки на відчуття, что черпнули. А вон сзади было. Это вход. А, это вход был первый? Все кишка раздроблена. Это выход. Это вход был, и все не пошло. Прикольно. Пошла полностью насквозь, да, получается? Реально. Ну, да, вот же, что-то кистку раздробило. И все равно вышло на сыщ. Ничего себе. Падаем. Сзади тут уже фаршик починається. Нормально розриває. Так що дев'ятка голову проходить наскрізь. Взагалі без питань. Навіть по показати, да, а то вона там і вийшла. По нітронірованим царем, звісно, і серйозно. Ага. Так, погнали. Обучение.
подбородок. Щось ще й кровяха побігла. О, ухо дорвало чи що? Ну, підніме хтось. Що там вийшло? Що-то дорвалося. Вот внутрі просто ще зривна волна. А куди? А куди? Непонятно. Это нет, это девятка заходила. Попадание вообще не видно. А у него входное может быть маленькое. Да, маленькое. А что это с другой стороны? О, может давай задом наперед поставим. Я могу с 308-го ее. А, если... Да. Нет, с 308-го сейчас мы подкнем. Можно зараз ее развернуть просто, да, понял? И да. Стрелять ее, получается, а, в потилицу. И подивимся, что будет снаружи. А, смотри, вот одна, один вход. Второго не вижу. Еще с другой стороны. Вылетало все, ось раз вывернуло. Вывернуло нахер. Ага. Вывернуло щеку туда. И тут мозгашки. Ну можно в мозгашку, типа в глаз, понял? Ага. Попробовать, как оно сюда через ухо выйдет, чи не. Працюй. Сейчас, наверное, да. А что тут летел? Ух ты, блин! О, сейчас, наверное, да. Еще раз. Взметало я. О, во, сюда пришло, смотрите, четко. Да, так а сзаду что там робот? Все вывернуло. Да, да. Ошметки. Следы. Объясните, балб свежий, вот только-только. И вон, бач, воно на вильот пробивало, диви. Раз, два, три, чотири. Так що воно пройшло свина собаку на вильот. І все там кое-что розривало. І, коротше, мозгів як не було, так і немає. По готовності. 308. Свина собачка. Рикошет из дрона. Я не знаю, куди лучше, але... А це вони, да. Це виходи, да. Ось, мабуть, вхід. Схоже на те. Ось щось тріснуло. Там шматок м'яса відлетів. Ні, ось. То да, це ось вхід, я ж кажу. Вхід, а це вихід вирв. Он, диві, 308. Щоку розворотило. Ну тут не було шматок сала, звичайно, на щеці, але все вирвало там нормально. І зверху, мабуть, ось прийшло ще такий. От, а наступного разу ми хочемо спробувати ще більш таке цікавіше, тож підписуйтесь і не переключайтесь. Я думаю, буде весело і вам сподобається. Щасливо.